вами Наталья Петрова, и сегодня будет долгое, нудное видео про 10-й каталог Фаберлик. Шучу, сегодня я постараюсь вам рассказать о, на мой взгляд, лучших продуктах, и делать мы это будем вот как раз на обзоре 10-го каталога, на его примере, потому что здесь, во-первых, будут и новинки, здесь будут и акции, и подарки новичкам, и все вместе я постараюсь уложить в этом видео, и надеюсь, оно будет максимально полезным для вас. И начнем с самого приятного сразу, начнем с подарков. Подарки ожидают, конечно, как всегда, новых консультантов. Присоединяясь к компании с 6 по 26 июля и сделав первый заказ на 999 рублей по каталогу, новичок получит 2 набора косметики. У нас второй раз проходит такая акция «Приглашай подругу». Это означает, что вы, будучи консультантом или будучи просто клиентом, можете зарегистрироваться и предложить подруге зарегистрироваться вместе с вами, и каждый получит набор, состоящий из 3 продуктов. Это средства для дома, кондиционер для белья с аромакапсулами, стиральный порошок мини-версия и салфетки-пятновыводитель. То есть, если вы регистрируетесь ко мне по ссылочке под этим видео, вы при оформлении заказа получаете 2 таких набора. И оба достанутся вам. Один как подарок от компании, второй как подарок от наставника от меня. Можете воспользоваться им по своему усмотрению, либо для себя, либо кому-то подарить. Ну и точно так же приглашать своих подруг регистрироваться вместе с вами и получать эти замечательные подарки. Средства для дома у нас все потрясающие, все безопасные, экологические. Также они эффективны. Я их люблю и даже не буду останавливаться сегодня в обзоре на разделе средств для дома, потому что там нельзя выделить лучшие, там они все потрясающие. Итак, что же ждет тех, кто уже с нами, и какие подарки? Конечно, нас не оставят без подарков, сюрпризов и акций никогда и никого. Поэтому мы, во-первых, с вами участвуем в эстафете лета, получаем ноты, обмениваем их на скидки. Далее нас радуют новинки, но о них я расскажу в следующем, в другом, точнее, видео, можно будет посмотреть по ссылочке. Про эстафету в каждом каталоге подробно написано, не буду на этом останавливаться. Нас ждут скидки на старые коллекции, вот остались еще некоторые оттенки любимой многими помады «Объем и роскошь». Она действительно хорошая была, она имеет влажный блеск, есть глянцевые, есть перламутровые оттенки. Она довольно комфортна для губ, но сейчас аналогичную можно встретить в серии Skyline. Это и сатиновые помады, это и увлажняющие помады, они тоже имеют красивый влажный блеск, они также имеют яркие сочные оттенки, поэтому ничего страшного, что какие-то серии уходят, появляются новые, не хуже. Так, серия Этноботаника, которая у нас славится прекрасными кремами с натуральными ингредиентами. Теперь еще здесь при покупке 2 кремов можно будет каждый получить 99. Серия и так недорогая, там по 119, по-моему, у нас кремы. Но покупая 2, вы, получается, еще экономите 40 рублей. Причем можно взять разные серии. Да? Допустим, дневной крем из 20+, ночной, на ночь взять крем из 30+. А шампуни и бальзамы от Этноботаника так и вообще будут 69 рублей. Это, ну, практически даром. Здесь нет вредных ингредиентов. Шампуни слабо пенятся, но при этом они хорошо очищают волосы. Я, конечно, бальзамами запасусь. Они хорошо разглаживают волосы. Они хорошо распределяются по волосам, то есть ими пользоваться одно удовольствие. Ну, о новинках это будет отдельный ролик, напоминаю, можно посмотреть по ссылочке. А дальше у нас твердое кусковое мыло. При покупке 3 будет 29 рублей. Мыло мне нравится. Мыло нравится тем, что оно не сушит кожу при мытье, как это часто бывает с кусковым мылом. И оно не разбухает, если оно лежит в мылице, да, оно не превращается в кашу, оно не теряет свой вид, поэтому очень рекомендую, это действительно вот очень хороший продукт, и есть разные ароматы. И серия оранжерея, и серия Beauty Cafe, вот они, видите, немножко отличаются, это прозрачные, а это вот в плотной, непрозрачной упаковке. Хорошие по свойствам, одинаковые, имеют разные ароматы, причем, когда это мыло открываешь, первые несколько дней аромат прям вот на всю ванну держится, но потом он, конечно, не столь заметен. Так,
Дальше мы переходим к серии AirStream. Это новинка, уже несколько каталогов нас радует. И здесь вот мне, на мой взгляд, вообще эта серия очень хорошая. Если вот мы будем говорить про этноботанику, это хорошая серия, антивозрастная, бюджетная. То есть ее, конечно, на постоянной основе в зрелом возрасте, я думаю, ну, будет недостаточно, да, она будет не сильно эффективна, но тем не менее курсово, и в том числе для профилактики морщин, то есть, скажем, лет 35 уже взять 40+, это совершенно нормально, это действительно потрясающе хорошая серия, и она настолько доступна, ее может приобрести каждый, но при этом она эффективна, результат будет заметен, кремы приятные, я думаю, что вот она не оставит никого равнодушным, единственное, что там цветочный аромат довольно выражен, и кого-то, может быть, он немножечко отпугнет. Но можно пользоваться масками. Хотя у нас, на самом деле, в рамках даже одной линейки аромат может меняться. То есть, если взять маску, попробовать, это не значит, что и все остальные продукты в этой линейке будут иметь аналогичный запах. Но, тем не менее, маски очень эффективные. Все, кто пользовались, ну, они, как понимаете, как, не то, чтобы вот с одной маски сразу видишь эффект, да. Ими нужно пользоваться постоянно, но они комфортные, удобные в использовании. В одноразовой упаковке, то есть можно куда-то взять с собой, выбросить, не таскать тяжелые пузырьки. Довольно удачный продукт. В серии AirStream это базовая линейка, она не антивозрастная, это просто уход. Тоже межкурсово или с 20 лет, и мне очень понравилась именно серия сияния. Она идет чуть-чуть дороже, чем последующие питания, то есть там у нас питание для сухой кожи есть и кислородный баланс для жирной комбинированной. То есть вот эти продукты уже по типу кожи, по состоянию кожи. Но поскольку у меня она близко к нормальной, да, из-за того, что я постоянно за ней правильно ухаживаю, мне вот серия сияний понравилась больше всего. Она придает здоровый цвет, она действительно мне и по запаху понравилась, и по консистенции. Пенка для умывания – это самый лучший продукт, на мой взгляд, вот для очищения кожи, как от макияжа, так и просто утром для умывания. Продукт легкий, деликатный, имеет ненавязчивый, очень приятный аромат, справляется хорошо и с макияжем, не травмирует, не сушит кожу, после умывания ее не стягивает, поэтому, ну, нет слов, какой прекрасный, потрясающий продукт. И вот эти три крема. Дневной и ночной их лучше использовать в паре. Они будут дополнять, усиливать эффект. И для глаз работает не только как крем, но и невидимый консилер. То есть утром, если есть какие-то мешки, синяки, незначительные, да, он слегка этот общий вид улучшит. Сделает его более здоровым, более сияющим. Но в нем нету блесток, которые бы вот сделали вас как новогодняя елка. То есть все очень деликатно, все очень красиво и очень приятно, мне нравится. Кто любит маски-патчи, то будет прекрасно, то порадует покупкой вот именно из серии Pralexir маски. Тем более, что сейчас она будет не 119, а 89 рублей. Это выгодная цена. Маска на один раз, но она очень увлажненная, она дает сразу заметный эффект. Поэтому, если вам нужно вот мгновенно выглядеть прекрасно, какое-то собирается какое-то мероприятие, то как раз вот эта тканевая маска то, что вам нужно. Но я не советую использовать ее несколько раз. Многие, я знаю, упаковывают использованную маску обратно и через несколько дней снова ее накладывают на лицо. Я считаю, что не стоит на себе экономить, потому что вы, когда маску один раз использовали, она уже в себя тоже впитала какие-то продукты выделения вашей кожи. Дальше все это лежит там, ну, практически гниет, я считаю, в этой использованной маске. Второй раз это использовать уже, ну, как минимум неприятно. Я считаю, что это неправильно и никому не советую. Также приятная, прекрасная пенка есть в серии Гардерика. И у кого возрастная кожа, то вот ее тоже советую. Но и та, и другая, они прекрасные. Они хорошо, деликатно работают, очищают. В том числе не воспаляют глаза, то есть вполне комфортные, я умываюсь и ими полностью. И то, и другой пользуюсь, и обе мне нравятся. С 40% скидкой советую. И DD крем. На лето это, ну вот, из всего каталога, на мой взгляд, особенно для возрастной кожи, это лучший крем для защиты и от солнца, и для увлажнения, и от защиты от старения. И легкий такой выравнивающий эффект. Об этом креме у меня есть отдельный ролик, он мне очень нравится, с 50% скидкой я советую на лето его обязательно иметь. Тем более здесь хороший SPF-фильтр. Именно вот не на пляж там, да, не в отпуске, а именно в офис. Такой вариант, когда жарко, наносишь только один крем на сухую кожу, и он имеет все 8 функций в одной, и
делает лицо визуально очень красивым. Для увядающей кожи обращаю внимание на летнюю распродажу. После 40 лет два прекрасных продукта есть, но особенно хочу выделить вот крем для шеи и декольте. О нем только хорошие отзывы. Крем действительно прекрасный, с 50% скидкой, его обязательно нужно взять. Эта кожа у нас, во-первых, на этом участке, да, она у нас более тонкая, она выдает возраст, она тоже стареет, за ней тоже нужен уход, ни в коем случае не растягивать, не травмировать, не наносить туда кремы для жирной кожи, лучше использовать специальные для этого средства. И вот самый удачный, на мой взгляд, именно из продукции Faberlic, это крем из серии Renault. Лучший, на мой взгляд, продукт по уходу за кожей губ с антивозрастным эффектом, питательным эффектом, предотвращающий появление вертикальных таких морщинок над верхней губой, да, которые у нас потом, ну, их уже не вывести. Используйте вот такой бальзам, это у нас артикул 1071, он идет в тубе 10 мл, хватает его надолго, нужно капельку. Можно наносить днем просто, и будет просто эффект влажных губ. Можно чуть-чуть наносить под помаду, то есть он будет разглаживать, выравнивать, увлажнять, питать, и помада будет сверху ложиться лучше. Но после нанесения лучше, конечно, промокнуть, чтобы вот не возилось вот это, потому что немножечко жирновато, чуть-чуть наносить. Ну и на ночь в качестве питательного восстанавливающего продукта он, ну, незаменим, самый лучший, поэтому пока есть возможность его приобрести, если он есть на складе, то я советую. Кстати, тут у нас идет акция, набор вместе со средством для ресниц, всего 399 рублей. Цена выгодная, но мне лично вот этот, как он называется, активатор, да, ну, мне он не понравился. Было неудобно, во-первых, использовать этой кисточкой, не такой заметный эффект. Я попробовала раз, больше его не покупала, хотя хорошие отзывы на него были. По-моему, вот первый раз у нас распродажа на зубные щетки с ионами серебра. Обычно они 129 рублей идут, и я всегда их по той цене покупала. 99 я вижу первый раз в каталоге, хорошая скидка. Естественно, возьму все цвета и советую вам, потому что щетка хорошая. Щетка средней жесткости, но она не превращается в кашу. Вот, во-первых, она не травмирует десна. Во-вторых, она действительно хорошо очищает, снимает зубной налет, и она не превращается, бывает, знаете, особенно у мужчин, когда они, ну, с усилием чистят зубы, щетка растопыривается, превращается в какой-то немыслимый ужас. Вот с ней такого не происходит. Она действительно хорошая во всех смыслах, я ей пользуюсь. И, кстати, там на обороте у нее есть резиновый скребок, который можно еще и чистить. Это для интимной гигиены очень советую, аналога пока нету, хит продаж, он действительно достойный продукт, он у нас появился недавно, цена его 229 рублей, но я считаю, что она невысокая, можно использовать и в критические дни, и также после занятий спортом и летом. Прекрасная забота о женском здоровье, действительно. Из серии Ultra Clean Green. Это серия для проблемной подростковой кожи, но здесь я хочу тоже выделить лучший, на мой взгляд, продукт. Лучший во всех смыслах именно для борьбы с мелкими точечными какими-то воспалениями, которые бывают в любом возрасте у любой женщины. Иметь его просто вот, чтобы был, обязательно нужно. Всегда у нас может ни с того ни с сего порадовать какой-нибудь прыщик, и так приходит на помощь этот корректор, который два в одном, который имеет функцию и снятия воспаления, и быстро залечивает. То есть его наносишь, и буквально уже к вечеру видишь, что практически проблема снята. Ну и также второе его свойство, маскирующий эффект, который еще и скрывает сразу визуально все то безобразие, которое может портить вам настроение, внешний вид. Пожалуй, вот остановлюсь на вербене, несмотря на то, что лично мне уже серия поднадоела ввиду вот сильного такого вот аромата вербены. Тем не менее, когда она появилась, я ее очень любила, и нельзя молчать о ее прекрасных свойствах. Набор крем для рук и жидкое мыло за 139 рублей. Это выгодная цена, и это удачная парочка в уходе за кожей рук, особенно для дачников. Потому что, во-первых, мыло деликатное, а мыло хорошо справляется со всеми своими функциями, в том числе и с антивозрастным, по-моему, эффектом. А вот крем в пару к нему будет также защищать вашу кожу, восстанавливать и защищать. Хорошо впитывается быстро. Я вот почему на лето обращаю внимание, особенно дачникам, что для очищения кожи и для защиты, чтобы не травмировать при копании с землей, будут руки пачкаться, будут повреждаться, да, со всякими там тяпками. Вот эту парочку нужно на даче иметь. Ну, это как, знаете, как бюджетный вариант, да, у нас есть целый набор средств по уходу за кожей рук, именно уходу с глубоким очищением, это химический пилинг, это
тонкая шлифовка, скраб для рук и защитная перчатка, чтобы все это прикрыть. Единственное, что не надо таким набором утром там, сделать все это, да, и идти на солнце, возможно, появление пигментных пятен. А вот набор вербена как раз вот... Такую процедуру лучше сделать уже, когда вы вернулись со своей фазенды, и нужно восстановить кожу рук, чтобы уйти в народ уже прилично. Тогда вам в ночь вот этот набор будет то, что нужно. Хотя у него еще, кстати, есть такой тоже такой цветочно-парфюмированный аромат, сильная такая отдушка, но мне, например, она не очень приятна, потому что наносит перчатку, потом этот аромат себя еще долго преследует. Но когда нужно восстановить руки, когда нужно привести их в божеский вид, то уж тут не для аромата, не для привередничания. К вопросу о лучших продуктах, кислородный незаменимый, кислородный бальзам. Обязательно его нужно иметь в аптечке на все случаи жизни, от порезов, от ожогов, и под маски, и под кремы для восстановления кожи. Обязательно. Так, вот на медовой серии я, пожалуй, тоже остановлюсь, потому что, на мой взгляд, она хороша как по уходу за телом, так и по уходу за волосами. Кстати, вот парочка по уходу за руками, жидкое мыло и крем. Крем тоже защитный, хорошо впитывается. Здесь есть медово-лимонный, наверное, я бы сказала, аромат. Не такой уж он навязчивый, в принципе, мне нравится, особенно если использовать эти средства периодически, чередуясь с чем-то другим. Шампунь мне понравился скраб для тела, мне понравилось масло для тела, оно, на мой взгляд, вот питательное, но для зимы самый лучший продукт. А на лето есть гель для душа, есть кондиционер для тела, то есть прямо в душе. После мытья вы наносите этот кондиционер, смываете водой и получаете увлажненную кожу. Ну, в Москве такой фокус не проходит, потому что у нас очень жесткая вода, и все равно у меня кожа требует дополнительного увлажнения еще кремами, ну или хотя бы какими-то спреями. А если это делать в регионах, там, в дачных условиях, когда вода не такая жесткая, то действительно кожа получается прекрасная, гладкая, приятная. И летом, когда не хочется на себя ничего не наносить, именно когда жарко, да, то вот такой кондиционер это как раз то, что нужно. Средство эксперт не по уходу, для укладки волос. Я тоже считаю лучшими, вообще лучшими, поскольку сравниваю с магазинами, да, в каталоге нет вариантов, но они действительно достойные. И лаки, и DD-спрей, и даже гель для волос. Вот все это для укладки, для фиксации. Ну, для придания жесткости, я бы сказала, и пышности. Потому что, когда волосы мягкие разлетаются, да, это может быть красиво, но если и они редкие, и они вот прилипают, да, ко лбу, и, ну, в смысле, к голове, и висят, ну, практически соплями, то есть быстро принимают такой, как бы, несвежий вид, да, кажется, что они уже грязные, потому что висят патлями. Вот именно, чтобы вот этого не было, чтобы был такой визуальный объем и некая жесткость именно, вот мне это нужно, потому что у меня волосы тяжелые, они действительно начинают висеть и некрасиво. Вот чтобы они не висели, они какие-то становятся более легкие, более жесткие. И получаются вот более послушные в итоге. И вот видите, они уже как бы вот не соплями висят, да, а поддаются каким-то моим вот вмешательствам и в том числе фиксации. Вот я зафиксировала их лаком, они не склеились, они вот... подвижны, да, но в то же время они имеют некую форму, да, и не висят. Они вот именно хорошо лежат, так как я их положила. Если выбирать пудру из всего каталога, наверное, остановлюсь на Skyline именно вот для всех возрастов, потому что здесь и увлажняющий, и матирующий эффект. Если ее наносить кистью, она даже с достаточно тонким слоем, имеет такое среднее покрытие, но... А также у нее есть зеркальце и спонжик, то есть можно брать с собой, хотя с другой стороны она довольно объемная. Но тем не менее, как бы выбирая из того, что есть, мы остановимся на этой. Хотя лучшая тушь пока у нас остается Secret Story. Здесь бесспорно фаворит 5260. Прекрасный продукт. Лучшим тональным средством будет у нас сыворотка тоже из серии Secret Story с омолаживающим эффектом, но тем не менее с 25-30 уж точно лет можно ее использовать. То есть, ну, пудра мне не понравилась тем, что у нее такой зеленцой оттенок, может быть, для определенного цвета кожи это и будет подходящим идеальным вариантом, но мне нравится более здоровый цвет. Кстати, у нас потрясающий также в серии Secret Story корректор. Здесь есть твердый стик, здесь есть жидкое средство, но вот на лето они оба
светлые, когда лицо приобретает оттенок загара, оба эти корректора будут белыми пятнами на лице. Поэтому вот сейчас летом я ими не пользуюсь, а зимой это прекрасно. Если говорить о лучших средствах для ногтей, то здесь я выделяю три продукта. Две сыворотки для ногтей, для роста укрепления, для кутикулы и базовое покрытие водозащитное. Остальные продукты мне кажутся не очень хорошими. Я пропустила парфюмерию, потому что я считаю, она вся достойная, но здесь на вкус и цвет. То есть покупаете пробники, выбираете аромат, который вам нравится, как он на вас будет раскрываться. А продукты для здоровья я тоже не буду, потому что БАД, ну, у нас это уже не БАД, у нас это именно продукты функционального питания. Я тоже их считаю все, да, все достойными, всеми ими я питаюсь, они у меня всегда все постоянно есть, и чаи, и кисели, и прочее, и новинки я, естественно, тоже буду покупать. Вот, в том числе вот аромат Монарды. Спрей Сингара 279 рублей, это просто роскошная скидка при покупке двух продуктов любых. Ну, не воспользоваться просто будет грехом, потому что здесь настолько потрясающие средства. И скидка, особенно если мы будем говорить о спрее для полости рта, цена его 450 рублей, да, здесь практически получится два по цене одного. Ну, все они у меня всегда есть, причем в больших количествах. Это я уже где-то упоминала, что это те продукты, которыми я запасаюсь, именно спрей Сингара. Все остальные у меня... Ну, может там быть один там в запасе новый стоять какой-то продукт, но средства Сингара у меня в больших количествах, потому что они всегда должны быть. И если вдруг у меня сегодня закончился, а завтра я не могу купить по причине, скажем, отсутствия на складе или там вдруг сильно высокой цены, лучше я буду держать дома несколько флаконов, купленных вот со скидкой, и буду спокойна, что у меня любимые продукты всегда есть, если закончится, куплю еще. Очищающий пластырь для очищения организма, вот с 50% скидкой я возьму. Это хороший продукт для выведения токсинов из организма, при этом не нужно глотать никакие пилюли. И мой первый опыт применения подобных пластырей был, ну, настолько он меня воодушевил, я была в таком диком восторге, потому что, во-первых, это было лето. Было очень жаркое лето, такое, когда вот уже утром ты просыпаешься, уже уставший, потому что сил нету встать, ломит все тело от жары, и целый день такое вот вялое состояние. Кипишь просто, и нет сил ни думать, ни что-то делать. И вот это состояние постоянно, оно, конечно, очень удручающее. Но с применением этих пластырей, с первого применения, вот я их в ночь наклеила, я встала утром, несмотря на жару, несмотря на какую-то скопившуюся вот усталость, я проснулась бодрая, с ясными мыслями, с прекрасным самочувствием. Вот с одного применения я была в диком восторге. И я периодически вот курс этими пластырями покупаю по две упаковки и провожу вот такое вот очищение организма. Действительно, от токсинов, от зашлакованности мы теряем настроение, у нас появляется вялость, у нас теряются силы. Совершенно обычное явление. И вот эти пластыри... Кстати, коррекция фигуры здесь написана, но это, я думаю, что нужно долго. И очищение, состояние кожи улучшение. То есть, когда мы выводим, ну, одним словом, скажем, гадость из организма, нам становится легче жить во всех смыслах. Так, ну, я уже упомянула, да, что средства для дома я не буду останавливаться. Я их все люблю, я их все покупаю и все их советую. Поэтому новичкам такой потрясающий подарок. Он универсален, да, когда нас дарят какое-то средство декоративной косметики или даже какой-то крем, да, то кому-то он не подойдет по возрасту, кому-то по запаху, кому-то по каким-то еще признакам, да, половым, скажем. А вот средства для дома, уж дом-то мы убираем все, пятна мы сажаем все, стираем одежду все, поэтому это настолько универсальный, потрясающий продукт, нужный всем в любом возрасте. И, пожалуй, последние две странички. У нас действительно... Очень качественные средства от загара, очень хорошие составы, как говорят специалисты, аналогов нету в магазинах. Поэтому с 55% скидкой сезон отпусков в самом разгаре покупать нужно обязательно. И гели для душа, вот те, которые попали именно на эту страничку, обычно они 119 рублей стоят, не все попали в акцию, но часть из них есть, в том числе мой любимый Оман, 79 рублей, это тоже не цена, это подарок, это прекрасный, во-первых, здесь большой объем, во-вторых, это два в одном, это и пена для ванны, и гель для душа, замечательно пенится, разнообразно пахнут, и 79 рублей, это цена, мимо которой пройти нельзя. Ну вот так на этом закончился каталог, обзор получился долгий, но я надеюсь полезный.
Благодарю тех, кто досмотрел до конца. Желаю вам удачных покупок. Если вы еще раздумываете, переходите по ссылочке, регистрируйтесь, получайте подарки, делайте заказы. Распродажа большая, летняя. Всегда у нас этот каталог летний с такими вот замечательными скидками, когда вы можете приобрести множество продуктов по очень выгодным ценам, получить от этого невероятное удовольствие и от экономии, и от пользования замечательными средствами. Я постаралась вам рассказать те, которые считаю лучшими. Покупайте сами, советуйте своим друзьям и клиентам. Делитесь впечатлениями под этим видео. Буду всегда рада вашим комментариям, лайкам. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. С вами была Наталья Петрова. Пока-пока.